Всем привет, всем привет! С вами Лига Мюзик Варс, и у нас конец Дрожи Земли. Наконец-то я первый раз, ребята, бился прямо 2 часа. Реально. Конечно, на превьюшке вы видели, с какого места до какого я добрался. Ну, выше я никак не мог подняться. Ну, в общем, я даже влез в 250. Первый раз, ребята. Ну, это из-за лета. Летом, короче же, никто не играет. Поэтому вот такая вот свистопляска у нас. Ура! Я 294 вождя зафигачил. Ну, просто суперски вообще, прям реально. Но хотя нафармил я намного больше. Сразу говорю, что фарма было прям реально там на 300 ключей. Но... я их все, короче, не потратил. Пришлось бить по 3 ключа в конце. То есть где-то примерно 250 надо мутагена, чтобы нормально пройти, то есть последних 2 засады. Так, что у нас по ключам? В общем, 37 и 16. Хотел, конечно, я эти переоткрыть чуть-чуть. То есть, ну, у меня была возможность еще одного проапгрейдить до 5 уровня, но там сильно много надо было открывать, поэтому... сейчас быстро посмотрим. 2,5 я получил, итого 8900 у меня. Все остальное меня не интересует. Только торны. То есть, ну и поперли, короче, давай я сейчас буду открывать. А, кстати, да, сейчас посмотрите, сколько кредитов будет. Вот, кстати, 230 кредитов, ой, 230 торнов, это вот, ну, более-менее адекватно. Потому что, ну, в основном, да, вот видите, выпадает по 70, по 60. Это, короче, с последним, получается, ну, нововведением таким. Кстати, все видели, да, и заметили, модельное агентство закрыли пока временно. Видимо, готовят какое-то улучшение. Сейчас посмотрим, что будет. Пока загадывать ничего не буду. Если что, в новостном блоке на видео обязательно все расскажу. Ну, я, как вы помните, да, ох ты, классно, я категорически был против. Ну, то есть введение модельного агентства, я сразу говорил о том, что, ну, это не будет, ничему хорошему не приведет. В комментариях, ребята, можете написать, стоит оно того или не стоит оно того. Вот смотрите, ключи вытаскивать. Ну, имею в виду, чисто менять, получается, на торны. Или все-таки менять на... о, еще 200, еще один такой же. Имею в виду, менять, получается, на сами улучшения. Ну, я вот, ну, я качаю каждый раз, но вот я, получается, улучшение качаю до 4-5 уровня. Ну, до 4 максимум. 5 редко я выкачиваю. Это здесь я просто, ну, очень сильно... о, круто, кстати, 500. Да тут 220-то, если честно, уже круто. Тут 260. Блин, сколько там ключей еще? Не потратить бы рубины. Последний ключ. 65. Да, все, все, слава богу, закончилось. Так, здесь максималка у меня была 1000. То есть это адекватная была. Ну да, 130. 600, ну, 29. Вот, 1000, да, 1000. У кого-то это 3,5 видит, кто-то хватался. О, еще штучка одна. Вообще хорошо прям. Ну, да, тут ринги есть, конечно. Но еще и грабанули меня на 39. Ну ладно, не критично. Еще одна. Вообще хорошо. Прям первый раз, ребята, такая. Прям лафа. Ну, 3 штуки уже взял, это уже хорошо. Но, правда, и в этот раз и ключей золотых было побольше. Прям реально падали. Я тут то 10 всего открывал, а тут прям 14 было. Ну, все, больше не будет, да? Ну, 125 это... ну, 125 не айс, ни туда, ни сюда. Все. Так, итого мы имеем... 753 кредита. Ну, 753 кредита у нас пускаются на улучшение. Я никуда их не выкидываю. Мне чисто только на этот, на улучшение характеристик. Так, и торн 9800. Ну, 9000 торнов, ребята. Вообще прекраснейшее. Ну, я подкоплю.
нормально. Не забываем, ребята, ждем до сентября. У нас тут получается введение, скорее всего, 31 уровня будет, поэтому копим ключи на всякий пожарный. Не забываем, еще в августе будет обновление подарков. Тоже плюс что-то сейчас переделают с модельным агентством. Вот. Ну, что-то такого своеобразного. Хотя фиг его знает. Если ты каждый раз с фанатками... Ну ладно, все, я, короче, не буду ничего говорить. Как-то так, в общем. Ну, пишите в комментариях, стоит ли, ребята, оставлять ключи или не стоит оставлять ключи на последнюю. Ну, ваше мнение. Вот очень прям интересно. Ну ладно, счастливо, ребят, счастливо. До следующего видео. Там, блин, я никак не могу сделать. У меня новостное видео еще есть одно. Ну, как не соберусь. Счастливо. Счастливо.